should this guy be? It's easy to forget that superheroes were the good guys once. They were guardians of peace and justice. Champions of humanity. Well, it didn't last for long. One day, they all turned bad. Really bad. Like, horrible monster bad. They stopped caring about humanity. And instead, they crushed it. Now, we're fighting back. Using their own powers against them. We don't know if we can change fate, but we'll keep coming. No matter how many times it takes. Итак, дорогие друзья, я вас приветствую на своем канале. Сегодня мы будем играть в этот замечательный, невероятный NFT-проект под названием Superior. Эта игра находится на платформе Gala Games, откуда вы, собственно, можете скачать и играть одними из первых, или первых, когда эта игра вышла, я уж не помню. Ну, в общем, не так давно, она раньше была немножко бета, а теперь она уже вышла в массы, как говорится. Не скажу когда, потому что я за выходом не следил. Но, тем не менее, мы сейчас будем в эту игру обозревать, смотреть, что здесь, как здесь. И будем изучать, как говорится, игровой процесс. А все необходимые ссылки по торговле криптовалютой на бирже Binance, обучение, а также сигнальные группы вы найдете в описании к видео. Так что заходите, изучайте обязательно, подписывайтесь и зарабатывайте вместе с нами. А мы продолжаем. Так, у нас по настройкам здесь, что у нас здесь? У нас здесь геймплей, full performance. Ага, а язык где-то enable, можно менять, нельзя, subtitles, show, all damage, окей, disable, аудио, ну, звук, в принципе, пусть как бы так все и будет, да, хорошо, так, quality, keyboard, ага. Геймпад, это на геймпаде можно играть, как мы видим. Так, а я так понимаю, что resolution default, monitor default. Так, я же надеюсь, у меня все здесь стоит. Максимум FPS 60, пускай будет. Висин десабло. А. Так, а разрешение выставлять мне или... Resolution само выставилось, интересно. Так, 3. 2560. Save display setting. Reset, окей. Confirm. Оно у нас по умолчанию, я так понимаю, уже стояло. Ну и ладно. Так, 60 оставим, keyboard. А как? А, back, надо кнопочку нажать. Так, credits. Давайте начинать уже, наверное, играть. Play. Здесь у нас есть матчмейкинг. Jump right into the hunt with random. Это с рандомами играть. Это приватное лобби. Это челлендж. Complete and earn cosmetic rewards. Fix challenge. Run solo with friends. Так, это челлендж выполнять соло или с друзьями. Давайте попробуем, наверное.
Здесь полно всего. Здесь уже смотрю, да, здесь уже народ вовсю мочит ботов. Так. Дуо, сингл, дуо, стриос. Рейтинги, если смотрю, да. Ты посмотри. Лаунж. А я могу запустить? А почему я не могу запустить? Cost one challenge. А, ключи нужны, нужно зарабатывать, да? А, все не так просто. Смотрите. Ключик нужен. А где ключик брать? Я стесняюсь. Cost one challenge, one key. Cost one challenge key. А где же его брать? 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 Я, наверное, так понимаю, по ходу игры где-то, наверное, должны давать. Может быть, здесь? Find match. Skills. Так. А, здесь еще прокачка есть. Скиллов. Self-reliant. Ну, оформление неплохо. Мне нравится, слушайте. Так выглядит игра вполне... Вполне неплохо. Она мне что-то напоминает, только я пока не могу понять, что. На Fortnite не особо похоже, такое рисованное все это самое. Customize, customization, default. А, это рисовать можно, типа, говорю, да? Смайлики всякие. Какаха, GG. Так, один, окей. А вот персонажей можно выбирать. Так, такой есть. Да, это прикольно. Тут такая, ну, это вообще. Так, find match, что, попробуем, да? Find match, мы здесь один на один или будем с кем-то играть, интересно? 56 секунд, так, подбирает. Только надо будет разобраться еще, где ключи эти самые брать. Чтобы там матч и вот это вот все делать. Потому что интересно, как бы. А что случилось? Раунд стартинг. Мур-мур. Так, я не знаю, что здесь что-то с управлением сейчас будет. Давайте смотреть, потому что я как бы... Что-то да. Мультяшный аниме киберпо. О, здесь еще от этого такой вид. Слушай, классно. Так, пробел это прыгать. Я думал, оно типа сверху там как-то будет или еще что-то этот. Слышь, прикольный такой этот шутер. Прям киберпабг. Слушай. А что у нас с патронами? Они бесконечные? Не, не бесконечные. Да зайти нельзя. Enter. А это бить. Так, это у нас... F, это она бьет, да? Ну, прикольно, слышь. Только мне кажется, мышка слишком резкая. Надо как-то сенсивити поменьше сделать, потому что очень резко. Кейборд. Максимум асенсивити. Это вверх-вниз, типа по оси там, да? Инверт. Давайте в половину уменьшим, потому что прям очень резко. Reset back. О, ну так лучше, слушай. Можно, наверное, еще даже уменьшить, потому что прям все равно какое-то оно резкое. Давайте еще, наверное, меньше сделаем. Уж очень оно резкое. Так, еще, наверное, на 20 снизим. Вот так сделаем. Вот это уже другое дело. И смотрится по-другому, да? Вообще прям. Плавненько так все красиво. Ой, хорошо-то как. Ой, великолепно. Бартендер. Это что такое? Подожди, а мне сюда надо? Или я могу пойти? Это типа бартендер. Я могу там что-то покупать, да? Какие-то вещи. Ну, типа, окей, енталк. Чё, прикольно сделали.
Класс. Слушай, ну это будет хит сезона, наверное. Не, ну выглядит свежо, так замечательно. Так, choice a power from juice injector. Вот, силы выбирать. Так, умственные способности. Да, у нас тут, так, juice injector. А что дает? А написано где-то, что дает? Оно типа... Это типа рандомно здесь или что? Ну давайте, ладно, вот это попробуем. Ace jump, fire jump. Ace pad dash. Space. А, вот, зажимаешь, для зажатия, типа. Сам он она летит. А еще могу сделать или не? А, все, только один ты, я понял. Телепорт. Так, походу погнали, да? Альфа Эрдж. Медиум. Бета Эрд. Омега. Здесь еще будут. Ни финта себе. Ой, класс. Слышь. Нельзя. Выглядит очень неплохо, слушайте. Дед Супер. Классно смотрится. Нельзя, реально так, да. Классно вообще. Не, что-то слишком резко даже с такой сенсой. Надо еще меньше сделать. Надо еще меньше сенсу сделать, потому что ну уж больно резко. Давайте еще уменьшим. О, теперь лучше. Так-то будет лучше. Так, какой-то ящичек выпал. А что дает? Auto damage kit. Здрасте. А вы куда? Или вы кому топор дали? Топор выпал. А в голову больше урона наносит, да? А вон они горят, смотри, от моего прыжка. Класс. Вот так надо делать, да? Надо, чтобы они близко ко мне подходили, тогда их будет косать. Добьем уже так. Это дробовик или что это? А, патроны автоматом берутся. Рипер. Дэмэдж. А, меньше урон, типа, чем у меня, да? Крит 135%. А пушки я могу менять. У меня, смотри, классно. Пушки-то я могу менять. Ну такая себе пушка, это намного лучше. Так, а это, а F нам, короче, я понял. Так, а это что? Rare, какой гейн плюс один store roll. А это что? Back of Крит, кейн плюс кредит. Давай возьмем. Кредиты так кредиты. Так. Это какой-то топор мощный, да? Сюда поменял. Смотри, сука, топорина. Ёлы-палы. Так, оружие можно цифрами переставлять. Что за ящик такой? Бёрн. А, это средняя кнопка, это маркер стоит.
А как убирать? Двойной клип. Repair Armor. Опа, восстановили армор. Классно. Слышь, выглядит очень зачетно. Так, давайте еще пошаримся, посмотрим, что здесь есть. Так, а здесь у нас что? Damage kit, explode damage kit, damage hold gun, weapon. Не знаю, что оно мне дает там, но я возьму, наверное. Ничего не понятно, но очень интересно. Так, а это что? Это типа подскакивать? Да, вон, смотри, она горит уже. Так, прикольно. Так, патроны пополняем. Ну, у меня full armor. Нормально, в принципе. Так. А там еще дальше можно было. Так, shift это у нас рывок. Ага, вот здесь. Локация сделана, чтобы можно было, короче, этот, да? Бегать, убегать, передвигаться. Понятно. А это что? Кнопка какая-то. Здравствуйте. А ты какой? Тихо ты. Рекалисты. Что за пушка такая? Она типа лучше, чем моя. А давайте поменяем вот эту, возьмем, короче, эту самую. А что это за пушка такая? О, она типа накапливает урон. Бочки, я так понимаю, взрываются, да? А, надо задерживать, да. Отпускаешь, она стреляет. Ясно. Так. Промах, конечно, да. Они взрываются? А почему? Так. Это что я подобрал такое интересное? Dead Super. Там какой-то дохлый супергерой. И он, походу, опасен. Так, давайте еще пополним наши патроны. Так, загорается она с помощью двойного типа прыжка. Два раза тапаешь. И она прыгает и загорается. Чем оно не требует ни маны, ничего. Просто, блин, тачки прикольные такие. Прям киберпанк, смотри. В киберпанке тоже такие есть. Ну, выглядит прикольно, конечно. Машины будущего. Так, а здесь что дальше? Здесь двери. Сюда нам не надо. Там на ящики подняться можно. Наверное. Я так понимаю, да? Ну да.
Выходит, что можно. Тихо. Класс. Смотри, куда забрались. Так выглядит прикольно, атмосферненько вообще. Надо сейчас сделать этот игру погромче, потому что я так предполагаю, она тихая, все-таки минус 15 дБ, чтобы насладиться всем игровым процессом. But you've got to stay near the body until this finishes.
Now grab them and get back here. Portal through at the same time, with only a 4% chance of getting Goldbloom together. The enemy has set up automated turrets, so don't let those kill you. Thank you.
Sure made a mess. Get out.
take good care of that juice and bring it back here. You know, they outlawed these things back in the Golden Age, after all the Inside Out incidents. More like back knee. Get it? I think the radio's broken. Thank you.
Now bring that stuff back here. Fact, the portal and I are cousins. This is a smash and grab. The juice will be heavily guarded, so grab it and get out as quick as possible. You don't even need to kill anything. But who are we kidding? Thank you.
Look at all those bad guys you get to kill. Jealous. Get to the extraction. A common side effect of newly acquired powers is the crushing feeling of impending doom. Try to ignore that.